На всероссийские соревнования из 12 регионов приехали 80 боксеров. Каждый четвертый на турнире представляет Ульяновскую область. А судьи не только из разных уголков России, но и из Польши и Белоруссии. И в дальнейших планах организаторов расширить и географию участников, и повысить статус турнира. Со следующего года у нас будет турнир называться уже международный. Что, наверное, такой довольно-таки плюс будет приезжать, иностранные делегации будут боксировать здесь. Я думаю, что это только плюс для города. Турнир посвящен памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, майора ФСБ Дениса Кузнецова и других ребят, погибших в горячих точках. Поэтому приветствовали участников и желали им удачи, мамы солдат. Помните о том, что вы, каждый из вас, своими поступками пишет единственную в мире книгу. Книгу своей жизни. Она пишется всегда, без черновиков. После парада и приветствия начались предварительные бои. И первыми на ринг вышли девушки. Некоторые девушки сидят дома, вот там лаки там всякие. А я вот хочу как бы более энергичный. Финальные бои состоятся в субботу. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.